За матчем сборной Германии против обладателей Кубка Азии команды Австралии на стадионе Фишт следили почти 29 тысяч болельщиков. Среди них был и глава региона Вениамин Кондратьев. Как отметил губернатор, встреча прошла на высоком организационном уровне. Безопасность гостей и болельщиков тоже под контролем. В рамках Кубка Конфедерации стадион Фишт примет еще 3 матча. Безопасность стадиона и все, кто на него придет, тоже на высочайшем уровне. Около 8 тысяч сотрудников МВД обеспечивают безопасность, 1500 сотрудников Росгвардии и около 1000 казаков. Ну, кроме того, хочу добавить, что 16 бригад врачей дежурит, транспортная инфраструктура очень хорошо организована. И надо понимать, что мы находимся с вами в разгар курортного сезона, хотя погода, может быть, не совсем благоволит. Тем не менее, нам сегодня уже пришлось разводить потоки отдыхающих, потоки болельщиков, и нам это сегодня удалось. Я думаю, каждый россиянин надеется, верит, что наша сборная будет играть. И я уверен, что у вас такое же мнение. Главное, чтобы наша сборная не подвела наши ожидания. А я уверен, не подведет. Напомню, что вице-премьер России Виталий Мутко также высоко оценил подготовку Сочи к Кубку Конфедерации. Он отметил, что город-курорт полностью готов к играм. Все службы работают в усиленном режиме.